Привет, мои хорошие. Очередной видеоблог, влог. Да, Асланчик, да, вас снимаю. Так, давно не взвешивалась, недельку, наверное, где-то. Посмотрим. Надеюсь, хоть 100 грамм скинула. 66,1. Нет, меньше 66 не становится этот вес. Видимо, он у меня теперь стабильный. Пока я не начну заниматься спортом, он, видимо, у меня уже не снизится. Раньше у меня был стабильный 63, до 64 не поднималось. Сейчас 66, до 67 не поднимается. Вот. Сварила 2 яйца, домашние куриные яйца. Одно деткам желток, на двоих разделю. Один желток, одно мне. И еще, наверное, я им дам кашку. Пшеничную кашку дам, может, с бананом, не знаю, или кукурузную, посмотрим. Но сейчас будет кашка обязательно. Скажи маме, расскажи, почему ты такая капризная стала? А? Выросла уже, да? Ты большая, да? У тебя характер свой, да? Да? Кричать научились мы, да? Да, мамина? Надо, чтобы мама все время только рядом была. Да, пупсеныш? А? Да, солнышко мое. Да, это значит, подними меня. Она не хочет лежать, она хочет стоять на ножках. Стоять хочет ребенок, который не умеет стоять, она хочет стоять. Да, мамина? Конечно, на попе мяса нету. Больно? Да. Вставай. Молодец. Молодец. Да. Дома, Удушила мама любовью своей. Вот так любит она висеть у меня. Вот. Вот ее любимый этот. Висеть. Расслабиться вот так. Вот. Вот. Больше ей ничего не надо. Я не знаю, что это за ребенок, который любит висеть вниз головой. Летучая мышь какая-то. Она вот так же любит на этом... Так, печенюшки готовила детские. Надеюсь, не подгорела, пока я с сыночком занималась. Так, посмотрим, что получилось. Первый раз готовила детские печенья. Без сахара. Интересно, какой там на вкус получится. Рецепт 2 банана, 300 миллилитров растительного масла. Ой, 100 миллилитров. Так, заново. 2 банана, 100 миллилитров растительного масла и 300 грамм муки. Чайная ложка разрыхлителя. Все смешать, положить в холодильник на 25-30 минут тесто. Потом раскатать и вот формы, какие вам нравятся. Выпекать при 180 градусах 15-20 минут. Посмотрим. Съедобно это вообще или нет. О чем задумалась? О чем задумалась, солнышко? Пупсик, ты пупсик мамин? Да, ты мамин пуп. Мои хорошие, в итоге печенье получилось. Простите, отвратительное.
Никакого вкуса у него не было. Я не знаю, как можно такую редкостную гадость давать детям. Я все выбросила. Без сахара вообще там. Я чувствовала только муку и больше ничего. Мы с принцессой на кухне. Она мне помогает. Да? Ты помогаешь маме? Да? Ну, как бы она помогает, да. Мысленно. Мама жарит курочку с овощами. Сынуля спит. Она тоже недавно проснулась. Она где-то минут 20 поспала. Это для нее это очень хорошо. 20 минут целых мой ребенок спал. Вот. Я проголодалась и решила курочку пожарить. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня мы в городе на площади центральной нашей. Площадь Кемералты. Здесь, как всегда, наша башня на ремонте должна закончиться к сентябрю. Посмотрим, в сентябре закончится ли. Здесь какой-то фестиваль, не знаю, что за фестиваль. Мы приехали по поводу моего гражданства. Там сзади здание. Вот сюда. Приехали по поводу моего гражданства. Мне нужно отпечатку пальцев сдать. Там сейчас обеденный перерыв. У нас есть 20 минут. Ух ты, что здесь происходит? Белые кресла и стулья. На них будут сидеть белые люди. И вот эти 20 минут мы здесь ходим, гуляем. Честно сказать, фестиваль чего, не очень понятно. Ну да. Кстати, приехала Светочка, я вам не говорила. Все спрашивали, спрашивали, где Светик. Светик приехала. Вот, сегодня у нас первая прогулка совместная. Ну, прогулка будет чуть попозже, сейчас пока делами занимаемся. Посмотрите, вот такие лампы на светильнике, сделанные из тыквы. Честно сказать, удивлена. Прикольно все так выглядит. Это все сделано вручную. Короче, каждый район из мира, администрация, в каждом районе из мира есть центры образования, что ли, я не знаю, как это называется, куда можно пойти и научиться рисованию, вязанию, чему ты хочешь, это все бесплатно. И вот каждый район представляет свои работы. Вот здесь, например, картины, кто-то рисовал. Я любила в детстве рисовать. Они это продают, да, как я поняла? Ярмарка, да? Угу. Ух ты. Красиво разукрасили. Тоже ты купаешь. Очень много всего интересного. Есть на Кемералты, на Конаке точка, где натуральные соки. Самые хорошие соки здесь. Раньше... Атомсянми? Барма Лютфен. Раньше, например, апельсиновый стоил 75 круш. Ну, будем говорить 75 копеек. А сейчас, видите, рубль 25, вот так подорожал. Выбираете, какой вам нравится, и на ваших глазах вам делают сок. Йогвенде базукпара. Муж спрашивает мелочи, у меня мелочи нет. Все, что хотите, можете выбрать. То-то-то-то-то. Это самая хорошая точка. Здесь всегда бывает очередь, в соседних точках бывает пусто, а здесь всегда народу много. На сегодняшний день наши делишки закончились. И мы решили прогуляться по берегу моря Эгейского. Погода хорошая, но немножко есть ветерок. Народу много, хоть и не выходной день. А в Турции это норма. Когда смотрят мои видеоролики, многие люди думают, что здесь никто не работает и все гуляют. Это не так. Работают, работают. Ветерок дует. Вам сейчас, наверное, в телефон будет очень слышно ветер. Чай. Чай, чай, чай. Здесь же водичка продается. От жажды не умрем.
этот что делает? Он рыбачит, по-моему. Рыбаков всегда здесь много, круглый год. Любое время дня и ночи сюда придешь, всегда рыбачит по берегу моря. Я не знаю, что они здесь вылавливают. Что-то вылавливают. Детки уснули в коляске. Ведут себя малыши очень хорошо. Не капризничают, не плачут. Очень хорошо себя ведут. Что там? Там не дует? Внутри не дует. Света проверяет, внутри коляски продувает или нет. Ну, уже кто в чем? Кто в шортиках? Кто еще, как я, в курточке? Я все-таки курточку надела сверху. Кто в тапочках, кто в ботиночках? Море спокойное, но цвет такой не очень красивый сегодня у моря. Обычно оно бывает такого бирюзового, прям лазурного цвета. Сегодня нет такой красоты. Вот так вот, мои хорошие. Зато небо красивое, как всегда. Муж ушел по делам, мы одни со Светой. Пойдем где-нибудь посидим, чай попьем. Хотя мы уже и поели, рыбку поели, и чай попили. То еще, ну еще где-нибудь посидим. Я чай не напилась сегодня. Мы после этого еще попили, но все равно не напилась. Да. Сейчас у меня спину печет. Говори, что ты там говорил сейчас? А? Пытаюсь сделать селфи с сыном. А? Что ты там возмущался? День, что ты там болтал сейчас? А? А тя. А? Бубосик мой. Вот так и живем. Дочь спит, а сынуля не дает маме шопиться. Опась! Это кто в зеркале? Это кто такой красивый? Кто это такой красивый? А? Это Асланчик, что ли? А ну садись на маму. Это кто такой красивый? А? Он у меня сегодня в красном. Да, сынуля? Посмотрите, как выросла зелень, вот эта вот зеленая дуга. Когда последний раз снимала, вот все здесь было голое, и я даже думала, к лету, наверное, не успеет ничего вырасти. Да нет, очень хорошо подросло. Сегодня день не выходной, сегодня пятница, а народу, как видите, как всегда, народу много. Мы все, прогулочка наша закончилась. Сейчас папа за нами приедет и домой. Детки что делают? Детки вот. Вот.